Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео на канале «Всякие полезности». И в этом видео я хотел бы вас познакомить с одним из сервисов для ВКонтакте, с помощью которого вы сможете оставаться офлайн, но при этом слушать музыку, смотреть видео, общаться со своими друзьями и другими людьми, листать новостную ленту, лазить в различных группах, ну и так дальше. Итак, данный сервис называется epidoc.ru. В поиске мы пишем epidoc.ru, нажимаем Enter и сразу же переходим на данный сайт. Здесь мы пишем свой телефон или email и пароль. Данный сервис не крадет пароли, то есть он не использует их в своих целях. То есть вы можете безопасно пользоваться данным сервисом. Нажимаю «Войти». Далее вводим капчу. Кажется, правильно ввел. Ага. Вот идет загрузка. Вот мы вошли в свою учетную запись. Видим, я был в сети вчера 22-23. То есть мы сохраняем режим невидимости. При этом мы сможем лазить в различных группах. Сейчас я вам это продемонстрирую. То есть вот вы листаете. Можете написать любое сообщение, но при этом оно будет показывать, что вы офлайн. Также можете смотреть видео, допустим, это вот наше. Вот, видим, видео спокойно воспроизводится. Также есть возможность слушать музыку, но будет выбивать сразу ошибку, будто аудиозапись изъята из публичного доступа. Для этого, чтобы данной ошибки не было, вам необходимо просто скачать дополнительное расширение для вашего браузера. В моем случае это Google Chrome. Я просто пишу в поиске epidoc плюс, нажимаю Enter и перехожу по первой ссылочке, которая у меня высветилась. Далее просто нажимаю установить, установить расширение. Все, расширение epidoc плюс установлено. Закрываем, снова перезагружаем нашу страницу ВКонтакте и снова пытаемся включить музыку. Допустим, это будет вот. Все, музыка играет, то есть никакой сейчас ошибки у нас нету. Также вы можете свободно переключать музыку. И лазить на страницах своих. Так, я пока выключу. Далее, вы можете также настроить под себя данный сервис. Нажимаем «Настройки». Здесь мы можем выбрать «Включить звуковое оповещание» или «Отключить». Также с помощью данной функции вот «Читать входящее сообщение» вы сможете прочитывать сообщения, которые вам приходят, но при этом собеседнику не будет отображаться, что вы данное сообщение прочитали. Если вы поставите здесь галочку, то сообщение, которое вам пришло, и вы его прочитали, будет отображаться собеседнику, будто вы его прочитали. Также, если вас напрягает данный сайт, адрес epidoc.ru, вы сможете просто нажать «Исправить ссылки». Также вы сможете, если вам не нравится быть постоянно офлайн, нажать «Отменить меня в офлайн». И далее просто нажимаем «Сохранить». Вот такой у нас коротенький сегодня туториал для ВКонтакте. Также вы сможете ознакомиться с другими моими хаками, также туториалами для ВКонтакте, перейдя по ссылке в описании под видео. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой канал. Всем пока.